Индикатор CCI уже многие годы используется для прогнозирования разворотов цен на финансовых рынках. С недавнего времени этот осциллятор начали применять и в торговле бинарными опционами. CCI – это индекс торгового канала. Он помогает определять точки, в которых разворот цены в противоположную сторону наиболее вероятен. Линия этого осциллятора движется большую часть времени между уровнями минус 100 и плюс 100. В таком диапазоне она пребывает до 75% времени. Выход осциллятора за пределы этих значений указывает на перекупленность или перепроданность актива. Основным настраиваемым параметром у индикатора осциллятора CCI является период. Разработчик индикатора для бинарных опционов CCI Дональд Ламберт рекомендует определять это значение как 1/3 от рыночного цикла. Например, если трейдер работает по графику цены за последний месяц, то данный параметр должен быть равен 10 дням. Для новичков рекомендуется указывать период 10 в настройках CCI, что позволяет получить оптимальное количество торговых рекомендаций с достаточным уровнем качества. Увеличение периода приводит к снижению чувствительности осциллятора. Он начнет давать меньше торговых сигналов, но более достоверных. Уменьшение периода в настройках повышает количество сигналов, но при этом возрастает количество ложных прогнозов. CCI можно использовать как самостоятельный инструмент, но наилучших результатов можно добиться, применяя данный осциллятор совместно с другими индикаторами. Такая стратегия более эффективна, так как она сводит к минимуму вероятность возникновения ложных сигналов. В частности, CCI используют совместно с MACD, Stochastic и линиями Боллинджера. CCI дает два вида торговых сигналов. Первые возникают в период, когда цены проходят через уровни перекупленности и перепроданности. Второй тип сигналов связан с ситуацией, известной как дивергенция – расхождение между показателями индикатора и текущим направлением цены. Проще всего использовать CCI, наблюдая за тем, как линия осциллятора движется от одного уровня к другому. Если линия осциллятора проходит через отметку плюс 100, где находится зона перекупленности, это свидетельствует о том, что бычьи возможности на рынке истощены и следует ожидать коррекции вниз. Это оптимальное время для покупки пут-опционов. Если линия CCI опускается ниже минус 100 в зону перепроданности, это указывает на вероятное завершение локального нисходящего тренда, и здесь следует искать покупки опционов колл. Состояние дивергенции также открывает хорошие возможности для извлечения прибыли. Если, например, пики на линии индикатора опускаются все ниже, но ценовой график продолжает расти, это указывает на скорое изменение тренда на нисходящий. Подробнее узнать о том, как распознать и использовать дивергенции, вы можете в обучающих материалах на нашем сайте. Ссылки вы найдете в описании к этому видео. Заключение. CCI – классический индикатор перекупленности и перепроданности, который лежит в основе многих авторских алгоритмов и торговых систем. Его эффективность как самостоятельного инструмента в торговле бинарными опционами недостаточна для создания надежных торговых стратегий, но индекс товарного канала все же не стоит списывать со счетов. Он очень эффективно может использоваться как фильтр для других торговых сигналов или как один из элементов торговой системы для бинарных опционов. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Желаем удачной торговли!